целом, одной из главных причин накопления ТБО стал резкий рост туристического потока в Сочи. По сравнению с прошлым годом, летом отдыхающих было почти на 40% больше. Соответственно, увеличилось и количество отходов. Улицы города оставались чистыми, мусор с контейнерных площадок вывозился по графику. Но мусоросортировочный комплекс оказался не готов к таким объемам. Вторая причина – летом из-за высоких температур для большегрузов были закрыты федеральные дороги. А именно на таких машинах и транспортируют на полигоны брикеты с мусором после сортировки. Но, несмотря на объективные причины, мэр Сочи потребовал детально разобраться в ситуации и подключить к делу прокуратуру. В итоге задействована дополнительная техника. Исполнение судебного акта взято прокуратурой города на контроль. На заводе находятся судебные приставы, которые ежедневно производят замеры. По словам специалистов, накопившийся мусор будет полностью вывезен в течение 2 месяцев.